Привет, друзья! Покажу, как с нуля сделать отличное тесто для пирогов. Замесим и отложим, пока оно нам не понадобится. Отличное тесто. Традиционно жир с мукой пополам. Вот, 600 граммов муки. Обычная мука. Хотите, можете просеять. Небольшая щепотка соли, только чтобы было немного приправлено. В классических пирогах используют топленый жир или сливочное масло. Я возьму сливочное масло. Оно отличное, вкусное и придает тесту чудесный цвет. Так что 150 граммов масла. И чтобы дополнить количество жира до половины количества муки, добавлю 150 граммов сыра чеддер. Раскрошите его руками. Можно, конечно, натереть. Но вот так у вас получится золотистое, роскошное, рассыпчатое тесто, но еще и с маленькими чудесными комочками сыра внутри. Так что мы будем все это перетирать большими и указательными пальцами. И на это уйдет пара минут. Если соберетесь делать тесто, делайте его руками, чтобы добиться этой замечательной рассыпчатости, которой просто невозможно добиться в фабричном тесте. Нет, вы можете купить тесто в супермаркете, и это будет неплохо. Это чудесно. Можете сделать его в кухонном процессоре, просто размолоть его. Это будет здорово. Но не так хорошо, как руками. Пара минут, и вся мука перетерта. Видите? Белая, как мел, мука приобрела желтый оттенок и стала тяжелее. Как только все это растерли, добавляем 250 мл холодной воды. Перемешаем. Тут не надо напрягаться. Такое возвращение к корням. Лишь любовь, забота и внимание. И еще по поводу замешивания. Вы, наверное, думаете, что это нужно вымешивать как хлеб. Не надо. Нужно просто смять тесто. Видите, как я делаю? Просто уплотняю и сжимаю. Нам не нужно, чтобы клейковина в муке начала работать. Она сделает тесто эластичным и жестким. Будет ощущение, будто вы едите подошву. Так что смысл в том, что его нужно просто слепить. Так что, друзья, я просто покрепче его сжал. Вот так оно выглядит прекрасно. Заверну в пищевую пленку и оставлю в холодильнике на полчаса. Хотите посмотреть, на что пошло это тесто, заходите на наш канал. И посмотрите на мой чудесный австралийский мясной пирог. Идите и посмотрите.